Да пожалуйста, вы меня можете снимать. Только не светите мне в лицо. А, ну давайте. Да. Вот так вам комфортно? Вот так отлично просто. То расскажите, пожалуйста. О чем? Ну для чего тут собралось 3 сотни людей? Ну, мы отмечали праздник вчера здесь. Встречали старый Новый год. А сегодня у нас акция в поддержку принятия бюджета в Верховном Совете. Мы собрались здесь для того, чтобы поддержать парламент в принятии бюджета, главного финансового документа страны, чтобы начались выплаты пенсионерам, учителям, врачам, улучшился инвестиционный климат в стране, и никакая группа оппозиционеров не будоражила, не возбуждала и не терроризировала всю нашу любимую Украину и наш любимый город-герой Киев. Просто уже надоело. Поэтому мы здесь собрались для того, чтобы очистить наши улицы наших городов от этих баррикад. То наразі ви хочете очищувати місце від барикад, чи правильно я зрозумів? Пока только мы собрались поддержать принятие бюджета. Это наша основная цель. Еще вопросы есть у вас какие-то? Ну, представьтесь, будь ласка. Зинченко Александр, комендант палаточного городка, площадь Единения.